Вы просто посмотрите на это! А где печка, я извиняюсь? А где печка? Да что, Емеля? Емеля, Емеля! Они не пили и не ели. Они очень агрессивные, давай. Ребята, спорт, наше все. Побежали за мной. Ать-два, ать-два, ребята, ать-два, вперед. Пирожок, пирожок. Так, мне кажется, Леон стал как-то по-новому двигаться. Очень много новых движений выучил. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Это побег от Тимохи Шалуна. И вышло выживание. Вот это меня интересует. Короче, ставьте лайк, поехали. А чё, подожди, а где мука? Где, из чего пирожки печь? Что творится? Я не понял. Тимоха раз, Тимоха два, Тимоха три. А, вот оно. Сами пирожки можно подбирать. Тихо, тихо, тихо. Собирай. Слушайте, они меня сейчас поймают, по-моему. Они меня так быстро поймают, ребят. Давай, давай, собираем вот это. Раз, два, все, хорош. Сразу два собрал, да. Три пирожка у меня есть. Отлично. Тихо, 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 что-то. Ой, алло, алло, вкусный пирожок, да. Из меня сейчас сделают. Вот это можно все собрать. Так, у меня семь пирожков. Я должен их как можно больше набрать или что? Счет ноль, смотрите. Кого? И ты тут? И ты тут? Зараза. Он другой какой-то, слушайте, он что-то с красными штанами. А что случилось? Что случилось? Почему ты... У Санта-Клауса стырил, что ли? Что происходит? Так, подождите, надо... Надо, наверное, попробовать. Ну-ка. Хоп. Ой. Подождите, а... А кнопка выбросить почему поменялась-то? Ну-ка, сейчас попробую. Ага. Счет один. Счет один. Один. Обезврежен. Так. Пацаны, пацаны, давай все на меня. Давай бежим. Слушайте, их что-то сильно много становится. Я не знаю, мне прям совсем как-то не... Тихо! Тихо, убрали, убрали пирожки. Тихо. Что-то совсем некомфортно. Ну-ка, подожди, давай я их сейчас все расстреляю их пирожками просто. Ну-ка. Давай, давай, так, все, избавляемся. Кушайте, не обляпайтесь, мистер Тимоха. Мистер Тимоха, кушайте, не обляпайтесь. Отвали от меня, слушай, ты летающая. Ты ведьма, ведьма с чаем. Ведьма Санта-Клаус там летает, чай-бутерброд. Слушайте, ну мы нормально пока идем, в принципе, что, я не знаю, это не прям очень сложно. А его можно как-то, может быть, нет? 11, ну счет увеличивается. 10, 10! А, нет, подожди, счет это не, господи, я не ту цифру смотрю. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, что происходит? Вот это управление, конечно. Мама. Мамочка. Ага. Кушайте, не обляпайтесь, мистер Декарт, я чувствую, сейчас будет. Ну-ка, давай. О, нормально, счет 6. 7. Пирожок. Пирожок. 8, смотрите, пошло, пошло, пошло. Голос просто блеск. Счет уже 10, ребята. Осталось всего 2 пирожка на самом-то деле. О, поймал. Я уже думал, не поймает. Все, все, минус пирожки, ребята, беда. Беда, надо срочно защищаться. Надо срочно ловить пирожки, защищаться. Давай, собирай. Ой, хорошо. Так, вот, типочек, типочек, иди, иди сюда. Дружочек, да. Сука, куда? Куда меня? Уходи, злодей, не буду я вкушать твой невкусный пирожок. Уходи, злодей, серьезно. Так, ладно, хорошо. Ну, мне кажется, злодей никуда не уйдет. У меня такое смутное предчувствие. Злодей не уйдет ни один вообще. Все злодеи будут тут. Ага. Опа, опа, опа. Тихо. О, ну-ка давай. Куда? Вот как это работает? Я не понимаю, я нацелился. Я вроде бы нацелился. Все мимо летит. Это что за... Все мимо летит, просто дурь какая-то. Они все тут. Вы посмотрите, вы просто посмотрите на это. Счет 19 заново. Давайте еще разок попробуем. Мне кажется, если просто ехать на печи, они менее опасны, да, наверное? Но это как бы, смотрите, надо собрать как можно больше этих пирожков, залезть на печь и сверху их, знаешь, обстреливать этих тимох, короче, пирожками, и нормально будет. Правильно я понимаю или нет? Так, давай, хорошо, теперь вот эти соберем. Этот раз, собираем. Два, соберем. Тихо, чай, никакого бутерброд, все. Так, еще смотрим. Счет не увеличивается, да? Но обезвредить их вроде как можно, да? Хорош. Так, дружище. Кушайте, не обляпайтесь, мистер Тимоха. Что происходит? Где я вообще? Чего оно так лага... Я вообще не понимаю. Что-то вот после обновления, а она, как вы понимаете, обновилась, да? Стало хуже еще.
Я так чувствую, что я бы даже на легкую концовку бы сейчас не прошел с таким управлением. Это почему вообще? Почему все так внезапно дергается в этом эмуляторе? Да они уже, слушай, тут мистер Тимоха уже, мне кажется, обляпался конкретно. Все Тимохи, все обляпались. Так, давай. Собираем. Собираем. Дружище, и сюда. О, хорош. Так, и тебя, значит. Ты что? Славянский зажим пирожками — это святое дело, я согласен. Главное, чтобы мне не устроили славянский зажим Тимохами где-то в лесу, да? А то все к этому идет. Ну-ка давай. Славянский зажим пирожками. Ну смотрите, вот когда нормальное управление, я как бы и нормально, собственно, играю. А вот когда начинается это кривляние, да, вот тогда уже черт его знает, что делать. Так, вот у нас это мельница стоит. Мельница стоит. Я тут вообще мало на самом деле исследовал, ничего не помню. Тихо, не надо тут летать! Не надо, не надо, не надо, дружище. Чай, вот тут я обойдусь. У меня уже все хватает, мне пирожков полно. Что ты докопался? Так, дружище, иди сюда. Какой? Что так? Уходи, злодей, не буду я кушать. Попал? Попал. Хорош. Пирожок. Они прям рядом как будто, они прям как будто по духам у меня, не знаю. Вообще опасно становится. Собираем. Да пошли вы! Ну что это так? Чел, отвали от меня, серьезно. Он же избавился... Я избавился от него таким образом. Смотри, какой вкусный пирожок! Да попади ты по... Что происходит? Чего? Там как какие-то новые слова я только что слышал. Это как вообще сейчас было? Это что сейчас такое было? Протухший пирожок, что ли, был или что? Ну-ка. Ну-ка. Тихо. Там сзади кто-то сзади прям идет. Ой-ой-ой. Ловите, пацаны. Пирожок. Смотри, на, какой получи, вкусный пирожок. У меня пирожков-то, кстати, прилично, да? Ой, опять начинаются лаги. Есть подозрение, что лаги начинаются, когда их много рядом, да? Как будто бы. Ага. Нет! Только не сейчас. Ну, пожалуйста, повернись. Ну, нормально ты, ну. Да, я думаю, мне тут можно, в принципе, помолчать. Они за меня все озвучат, да, эти пацаны? На них нормально выходит. О, смотри, еще два пирожка стырил. Счет 21, это, по-моему, рекорд, да? На рекорд идем, как говорится. Ой. Че он говорит? Он что-то выдавливает из себя. Тихо, тихо. Все, сел на пенек, да? Должен был косарь отдать. Перепрыгиваем через пенек какой-то. Так. Что? Я не могу расслабиться. Он как орк разговаривает из Варкрафта какой-то, знаете? То есть, вообще непонятно, что-то там басит. Мачо-мен. Хренов. Давай вот это тоже себе. Куплю тебе мороженое. Вот куда это было? Ой, понабежали. Понабежали, пацаны, понабежали. Ничего себе! Вот это да! А где печка, я извиняюсь? А где печка? Увези меня отсюда, печка. Да чё, Емеля? Емеля, увези меня отсюда, Емеля, серьезно. Емеля, Емеля, они не пили и не ели. Они очень агрессивные, давай. Давай, Емеля, да. Давай. Опа. Ой, сейчас мы мимо как-то пробежим. Мимо них пробежим, да? Слушайте, а сколько я протяну, интересно, если от них не избавляться? Это да. Это балдеж. Согласен, да. Ой, они что-то это, по-моему... По-моему, их вообще не останавливает Емеля. О, пирожок. Кому пирожок, ловите. Кто поймал, тот молодец. Вот дичь какая. Какая дичь, ребята. Господи Иисус. Ой, я даже что-то умудрился собрать. Нифига себе. Так, повер... Повернись, ну что, дурак. Все, все, ребята, а мышка окончательно сдвинулась. Она вообще не работает. Что это сейчас? О, да. У нас тут небольшой митинг, походу, вообще.
сколько их всего, интересно. Это как-то сомнительно вкус, на самом деле, мне кажется. Вот смотрите, на гору можно забраться, да? И сверху оценить, да, ситуацию. Ловите пирожок, пацаны! Если никто не поймает, это, конечно... Да, что тут добавить? Вот что тут добавить, ребят? Да. Ты что? Пацаны, давай, кросс, кросс, пацаны! Ребята, спорт, наше все, побежали за мной. Ать два, ребята, ать два, вперед. Пирожок, пирожок, во имя пирожка, мороженого рожка. Ух, вперед, вперед, погнали, погнали, погнали. Так, давай, 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 вот на эту гору заберемся. Заберемся, пацаны, или нет? Ну-ка, давай, 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 я уверен, вы сможете. Я уверен, вы смогете, давай, 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 иди сюда. Нифига не умею свистеть, ну ладно. О, бежит, смотри как. Активно как бежит, активно как. Вот это я понимаю, строй подготовка, вот это. А ты чё отбился? Так я не понял, кто меня поймал-то. Короче, счет 30. Ладно, ребят, кликайте сюда. Вот это безумное видео, конечно, было прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Переходите сюда, не пожалеете. Тут тоже Тимоха, тоже мой летсплей. Всем счастливой удачи, пока. Увидимся вот тут.